человеческое. Рану нанесли мечом. Неглубокая, она перебила артерию. А в руке ключ. Интересно. Он бежал, пока не умер от потери крови. След четкий, крови он потерял много. Эй, тебя сюда что, приглашал кто? Нет, я пришел по следам. Человеческой крови. Значит, ты нашел нашего приятеля Дерека. Ну и ну, должно быть, глаз у тебя наметанный. После того, как мы с ним погрызлись, я его полдня искал. И толку? Разве что в собачье дерьмо влез. А у меня ведь такие башмаки ладные, из змеиной кожи. Гляди-ка. Хорош базлать. Тесак сказал ясно. Если кто малину найдет, перо ему в бок и в канаву. Подумай, Грун. Ты хоть раз, сука, подумай. Раз уж ведьмак нашел тело, значит и ключ нашел. Без ключа мы не откроем сундук. Не откроем сундук, тесак не получит, что заказывал. Не получит, поднимет кипиш. Тебе оно надо? Ну, вот видишь. Послушай-ка, уважаемый, есть у тебя две возможности. Первая. Отдашь нам ключ, я тебе заплачу за труды, и все будут довольны. Вторая. Начнешь брыкаться, а тогда сделаем, как советовал Грун. Перо в бок. Есть две вещи, которые станут делать только законченные дураки. Бросать камнями в осиное гнездо и угрожать ведьмаку. Дай ему! Хватит болтать, к бою!
Все сокровища на месте. Видите морду? Ты ведь туда же. За здоровье твоего сына, Йост. Чтоб весь в отца был. Значится, в молочника. Сучий потрох. Видите морду? Ты ведь туда же. Тихается твой вшивый в корчму к нормальным людям. И что, хочешь сменить? Надо было в лесу оставаться. Ладно. Даю слово. Брага, рядовой крадун по вашему приказанию прибыл. Так случилось, что у меня есть с собой краска. Что случилось? У меня есть краска, но рисовать не умею. Да, это осложняет дело. А Людь умеет рисовать? Я приказываю, пусть умеет. Ну, смотря что. Птица пусть рисовать. Такого риданского, как на гербе. Ты лучше нарисуешь. В конце концов, ты ведь солдат родовида. Да. Я попробую. Людь не убегает и смотрит. Нехороший птиц. Противный. Нет, вышло совсем неплохо. Людь вежливый, а птиц противный. Я сам вижу. Хороший Людь. Не такой, как другие. Спасибо. Командир сказал, удача. Приветствую еще раз. Так что, подкинешь мне интересной работы? Покажи, что у тебя есть. Thank you.
Будь здоров. Приветствую еще раз. Будь здоров. Твою паршивую морду-то отрыходи! Если бы не пираты со Скеллиги, я бы уже давно была обратно. Не гляди, испугаешь еще.